Всем доброго времени суток, с вами как всегда Ловчуня, и сегодня у нас на удивление наконец-то таки не Майнкрафт. Сегодня мы немножко, так сказать, отвлечемся от этого квадратного мира и поиграем с вами в игру под названием Bus Drive Simulator 18. Посмотрим, обозреем, игра совсем свеженькая, находится на стадии разработки, поэтому возможно будут какие-то недочеты. Я сразу же включил FPS, как мы можем видеть, FPS скачет от 48 до 50, но это в меню. В меню у нас два автобуса предоставлены, и почему-то здесь еще Lancer стоит, без понятия. Сегодня мы с вами покатаемся, возможно, на пазике, а возможно и на Миазе, как он тут назван. Курсор, надеюсь, не записывается. Настройки я вам продемонстрирую, какие я здесь выставлю. FPS можно отключить, можно и включить. Чувствительность мыши я поставил на 60, пускай будет. Качество графики хорошее. Здесь есть еще качество графики именно такое отличное, там, как оно называется, сейчас я вам скажу точнее, прекрасное. Во. Есть хорошее, прекрасное, есть плохое. Вот. Не, нормально не будем. Давайте поставим, как было. Не, прекрасно не надо. Прекрасно это уже ультра настройки. Сглаживание X4 поставим. Анизотропия и среднее. Ультра. А тут только ультра и низкий. Не знаю почему так. Ну да ладно, игрушка, так я вам скажу, очень требовательная. Хотя графон здесь не такой уж крутой прям. Но почему-то требования очень завышенные. Ну что ж, давайте поиграем. Музыка у нас закончилась, печально. Так, у нас здесь есть сценарий. Пока что их очень мало. К сожалению, у меня руля нету. Ну да ладно, давайте смотрим. Тут есть обучение для начинающих игроков. Чего стоило и мне начать с обучения. Потому что я сразу начал как бы сценарий проходить. В итоге не смог завести себе автобус. Вот, давайте обучение нажмем. Давайте начнем. Вот, наша игрулька загружается в виде такого пешехода, да. Скорее всего, это пешеход. Мы можем уже наблюдать, какой здесь... Ох, как быстро загрузились, это хорошо. Добро пожаловать в игру Bus Driver Simulator. Давайте попробуем ощутить себя на месте водителя автобуса. Это обучение поможет разобраться в основных принципах игры и управления автобусом. Если вы управляете игрой с мышью и клавиатурой, включите курсор мыши. В любое время, нажав кнопку Escape, или он указан на, скорее всего, геймпаде или на руле. В общем, Escape. Если вы готовы начать, то нажмите кнопку продолжить. Отлично. Так, ну давайте нажмем. Так, для начала нужно выбрать способ управления транспортным средством. Нажмите кнопку F1 на клавиатуре, чтобы выбрать способ управления: клавиатура, геймпад, игровой руль и педали. Ну, естественно, у меня этого всего нету, кроме клавиатуры. По умолчанию будет включено управление с клавиатуры. Спасибо. Переключатель вид камеры можно с помощью кнопки C. Во, а я вот эту клавишу очень долго искал и не мог никак переключить себе вид от второго лица, от третьего. Это печально. Вот. Некоторые камеры позволяют изменять угол обзора с помощью камеры внутри салона. Вы можете сами ее настроить, ее положение и направление. Окей. Так, давайте на цену. О, теперь мы видим наш пазик. Тут очень почему-то, ну, шумно. Не знаю почему, это все-таки полигон, здесь машин нет. Попробуем завести двигатель, удерживая кнопку R для включения двигателя. Давайте переключимся в салон. О, можно включить вот такой даже вид. У пазика, как я ездил, очень, знаете, знакомо мне это. Мне этот салон, я вам скажу, конечно, он выглядит куда приятнее, чем у наших киевских пазиков, я вам скажу. Этот намного приятнее. Давайте включим все от первого лица, нажмем кнопочку R, точнее удерживаем. Вот. Отлично, двигатель запущен, включается он той же клавишей, а выключается он же той же клавишей. Теперь попробуем включить фары. Ну, это я уже тогда еще нашел, кстати, заметили. Вот, можно приближать заодно. И у нас здесь, как мы видим, даже какие-то лампочки загораются и кнопочки переключаются. Попробуем включить свет в салоне. Кнопка К. Отлично. У нас такое желтое освещение сразу появилось. Вот, мы можем видеть. Только я не пойму, откуда идет свет. Здесь почему-то не прорисовали. Ну, там хотя видно, откуда идет, а откуда здесь идет, непонятно. Наконец, освещение приборной панели. Кнопка J. Окей. Вот, теперь видно все наши приборы. Вон, кстати, стрелочки двигаются, это очень прикольно.
С освещением мы разобрались. Не включайте свет, когда за окном день. Экономьте электричество. Это логично. Левый контроль. А, левый катерил, наверное. Во. Я что-то туплю сегодня. Ну да ладно. На дороге бывает всякое. Попробуйте подавать звуковой сигнал кнопкой Space. Окей. Хорошо. При управлении клавиатурой и мышью большинство этих функций можно включить. Ага. Так, попробуем проехать маршрут. Так, давайте отключим вот этот аварийку, она шумит, и выключим двигатель. Он перебивает меня. Попробуем проехать маршрут. По короткому маршруту из трех остановок. Если вы не знаете, в каком направлении вам надо ехать, воспользуйтесь системой подсказок. Зажмите кнопку Tab. Когда вы держите нажатую эту кнопку, вы видите линию, по которой можно ехать. Точнее, нужно ехать. Это очень, кстати, полезная функция. Мне вот это уже нравится. Вот мы можем видеть, куда нам надо двигаться. Пора двинуться с места. Ну, наконец-то, уже 8 минут нас обучают. Так, повороты руля осуществляются клавишами A и D или джойстиком. Ну, нам клавиатуры. Газ и тормоз, это понятное дело. Так, попробуйте проехать вперед. Продолжайте движением до ближайшей остановки. Хорошо. Посмотрите на... Да. Так, пишется вот название трех ближайших остановок. Также у нас идет время. И, кстати, надо уже двигаться, как бы... Вот, все, поехали. Отключаем этот. Как это отключить вообще? Не, стой. Я уже забыл, как подключается. О, все, поехали. Да, и свет выключим, пожалуй. У нас, кстати, уже время идет. Мы должны быть на остановке в 10:24. Вот нам пишется, если вы увидите два числа, указывающих на время, это означает, что автобус следует подать вот посадку пассажиров. Первое число – время прибытия, второе – время отправления. Так, ну понятно. Ну, мы на остановку еще успеваем, у нас еще есть время. Так, остановитесь и откройте дверь, для того, чтобы пассажиры могли сесть в автобус. Открыть двери можно с помощью клавиши A. Так, пассажиры. Не забываем передавать за проезд. Вы же знаете, да? Вот наши пассажиры. Так, открываем двери. Наши пассажиры заходят. Отлично. Так, подожди, я... Так. Забываю просто переключение. Упс, здорово. Так. На планшете голубого стекла отражается доход. Отображается доход, полученный от продажи билетов. Обратите внимание, что для... успешного окончания сценария вам нужно не только доехать до окончательной точки, но и заработать определенное количество денег. Деньги даются за каждого пассажира. Давайте поедем. А, также вычисляются штрафы. Закрой. Так, все, едем. Иногда вам не следует спешить, потому что ранее пробитие на остановку также может писать штраф. Следите за этим. Ну понятно, понятно. Мы вас поняли. Так, что-то пассажир немножко недовольствует. Я, кстати, не вижу, кто сидит у нас за рулем. Это печально очень. Ладно. Мы с вами едем. Мы заработали уже 128 рублей, скорее всего, да. Так, нам надо приехать в 10:26 на следующую остановку. Да, я понял. Можно убрать вот это сообщение? У нас планшет, это, конечно, круто. Вот, следующая остановка. Так. Пассажир, я сейчас подъеду. Стой, тихо. Куда вы же идете? Стойте. Я же хочу развернуться, как бы. Все. Ставим на стояночный тормоз. Вот. Теперь можно... А мы не рано? Нет, мы чуть рано приехали. Поэтому давайте чуть постоим еще. Подумаем. Рассмотрим наших пассажиров. А также автобус, кстати. Ну, я вам так скажу, средненько. Ну, это все-таки демо-версия. Я думаю, в полной версии... автобус доработает, он будет намного четче, намного круче. Так. Открываем двери. О, смотрите. Тут даже они выходят, сквозь друга проходят. Ну, как-то странно, да? Так, все вселись, все довольны. Можно понаблюдать за этой упоротой анимацией немного. Так, посмотрела и села. Правильно, села. За проезд передала. У тебя, кстати, юбка порвалась, ты заметила? Что-то у нее все плохо. Так, иногда возникает необходимость движения назад. Чтобы поехать назад, сначала нужно нажать кнопку X. После этого зажмите кнопку газа, как и при езде... А, у нас тут стоит как будто это коробка ручная все-таки. Для того, чтобы двигаться вперед, нажмите кнопку X еще раз. Понял. Давайте попробуем.
Да, мы можем ехать назад. Точнее, мы стояночный тормоз не сняли, вот. Теперь можем ехать назад. Так, переключаем. И едем вперед, отлично. Теперь вы разобрались с движением назад, закончите маршрут, прибыв на конечную остановку. Так, на полигоне у нас 60 FPS, это просто отлично, мне уже это радует. Конечно, тени не очень радуют, видимо, я что-то там в настройках неправильно сделал, ну да ладно. Итого, мы заработали 280 баксов, этих рублей. Так, конечная остановка, здесь пассажиров нету. Ну что ж, будем высаживать их. Ой, я въехал в остановку, сорян. Поздравляю. О, я уже получил категорию D, отлично. Так, пассажиры, а как вы... А, я дверь не закрыл, вот болван. Так, пассажиры все благополучно вышли, хотя я немного задавил остановку, а также не закрыл дверь. Но я получил категорию D, я отличный водитель автобуса. Все. Теперь возьмем, теперь в город поедем с вами, ребят. Посмотрим, что у нас там в городе творится. Отлично, мы с вами загрузились, почему-то опять нам дали пазик. Я думал, мы покатаемся на лиазике, ну да ладно, будем ездить тогда на пазике. Ну что ж, включаем свет, хотя не знаю, он нужен вообще включать подсветку приборов. Заодно проверяем нашу память, так сказать. Так, что у нас там на С? Ага, меняется вид салона. Вот такое у нас желтое освещение почему-то, не знаю. Хотя не надо, давайте свет выключим, все равно день. Так. Ну что же, будем двигаться тогда. Заводим наш пазик и будем двигаться, ребят. Водителя нет за рулем, ну да ладно, зачем, в принципе. Так, сняли с ручника, включаем вид от первого салона, от первого лица, точнее. Так. Так, а сколько у нас там, ага, вот, смотрим. У нас еще, кстати, 2 минуты почти. Уже одна. Ну ладно, давайте будем потихонечку двигаться. Заранее нельзя проезжать на остановке, это вообще печально будет, если мы проедем рано. Так, здесь какой-то вокзал у нас. Билеты продаются, замечательно. Да, билеты там. Я думал, что-то там другое написано, ну да ладно. Так, пассажиры все стоят, один он что-то левитирует у нас. Так, сейчас потихоньку. О, смотрите, люди начинают уже бежать на этот автобус. Какая-то учительница или директриса. Так, подождите, я на остановку еще не подъехал. Куда вы уже идете? Я тем более не имею права вас впускать, пока я... ну, как бы... У меня есть... Вот видите, у меня здесь время есть. О, у меня ковер даже есть. Вот это круто. Это, знаешь, очень патриотично, я бы так сказал. Вам придется немного подождать, потому что я рано приехал. Какие-то вы немного упоротые. Заодно пока готовим за проезд. У нас 40 FPS почти. Нет, 40 у нас не будет. Ладно. Открываем, давайте уже откроем дверь, надеюсь, меня не оштрафуют. Не, не оштрафовали, хотя на минуту раньше приехал, ну да ладно. Оплата проезда 32, ага, 32 рубля, отлично. Проезд стоит 32 рубля, замечательно просто. Так, все седаем. Так, вот там один тупит, что-то, мне что, лично к тебе подъехать? Знаешь, я не такой принципиален, я не буду к тебе подъезжать. Можешь дальше левитировать. Я, пожалуй, наверное, буду ехать. Так, все передали за проезд, ногу убрал. Чё ты, блин, дверь? Он дверь стопорит, как я двери закрою? Так, ладно, кто там еще у нас? Какие-то уставшие уже все. Ох, как расселась, мадам, вам здесь очень приятно, да? Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, автошкола. И вас приветствует Киевпастранс. Или кто там у нас? Движемся, так сказать. Так, стоять. Я же сказал, садись давай. Вот, забрали последнего пассажира, теперь можем ехать. Знаешь, был бы я маршрутчиком, я бы их подобрал. Но они какие-то опасные. Не, ну их нахер, не буду я их подбирать, поехали лучше. Окейушки. Так, не будем подбирать, поедем лучше дальше с вами. Мы уже записываем 18 минут, это печально очень. Так, о, вот этот самый Лансер, который я видел в меню. Это, наверное, директор, так сказать, автобусного парка. Крутая тачка у директора, я вам скажу. Аптека у нас там. Так. Там надо включить поворотник. Нам же туда, да? То есть, то я тап нажал. Ну что ты? Игра. Игра, не тупи. Да, нам туда надо. Так. Ну что, будем нарушать правила дорожного движения? Или как? Так. Смотрим туда. Так, ты меня пропустишь? Нет, тут гнида такая. Я тебя подрежу, сука. Не пропустил меня.
Так, ладно, я правильно? Да, я правильно еду. О, бобики, кстати. А где мы находимся, кстати говоря? Блин, я не успею прочитать, но там написано полиция, это самое главное. Что это за город? А, Серпуху, точно, я же забыл, мы же по Серпуху едем. Так, зеленый свет, ну что, едем. Заодно увидим, как я вожу автобус, это вообще будет весело, наверное. А если тут два сценария, то, возможно, я запишу две серии по этому бас-драйверу симулятору. Заодно покатаемся на Лиазике. Блин, мент, я тебя все равно обгоню. А как ты за руль держишься? По-моему, за руль не держится. Так, а сколько ограничений-то стоит скоростного режима, никто не знает. Ну ладно, я буду нарушать тогда. А что если я еду, выеду на проезжую часть? Мне ничего не впишут за это? Да, там FPS сильно проседает в зеркалах. О, два лансера, нормально. Какие-то зачетные такие желтые лансеры. Вот так можно. Это, знаете, это мне напоминает игру OMSI 2. Кто играл, тот, думаю, поймет меня. Так, тут меня ждет всего лишь один пассажир. Я что-то думаю, может быть, не стоит его подбирать. Тут один пассажир все-таки, ладно. Открывай. Так, ой, наручник, стоять. Садитесь. Так, мадмуазель вышла. Так, куда-то пошла. Как-то она по воздуху левитирует, нормально. Так, западное что-то там написано. Это остановка же, да? Ага, автошкола вон, кстати, написано. Вы только посмотрите, он меня дело объехал, вот дает. Так. Так, этот пассажир еще сидит. Блин, какие у тебя ручища здоровые. Так, ладно, закрываемся. Осторожно, двери закрываются. Тут информатора нет, поэтому я буду сам объявлять остановки. Следующая остановка — Красный мост. Я с ручника такой сниму и поеду. Все, поехали. Так, опять меня шаха обгоняет, блин. Тут все такие жигули зеленые. Добавлены. Так. Так, у нас главная дорога, это вообще классно. У нас тут полицейские лежачие. Ну ничего, мы, блин, с комфортом, так сказать, проехались. Нашим пассажирам там очень хорошо, я думаю. Да, все довольны. Ой, я немножко в итоге выехал на обочину. Ну нормально, с меня водитель вообще отличный был бы. Так, ладно. Нам, кстати, надо поторопиться, потому что через минуту надо уже быть на остановке. Я немного скорость нарушаю, ну да ладно. Подумаешь, там 10 километров каких-то нарушаю. Так, надо немножко поторопиться, мы опаздываем. Так, включаем режим маршрутчика. И будем немножко с вами, ребят, торопиться. Уже 40 километров я еду, а там ограничение 20. Ну и хрен с ним. У меня вон график стоит, и я немного не успеваю, надо торопиться. Бляха, муха тут. Ай, блин, красный свет, черт я побрал. А не, желтый, желтый, тихо, тихо. Ой, ж мать. Чё вы стали? Едьте, ёпперный театр. Едьте! Я опаздываю. Едьте быстро. Сейчас кратно сейчас загорится. Давай едь быстро. Едь. Едь, 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 едь. Всё, поехали. Ох, смотрите, тут ДТП. Тут даже ДТП может быть. Вы только посмотрите. Череда случайных событий. Ну что, едем дальше. У нас здесь какой-то фарбет. Звездочка, отлично. Маргаритка, 24 часа. Ой, остановку чуть не проехал. Так, здравствуйте, вы меня заждались. Я на 28 секунд опоздал. Ну да ладно. Главное, что мне штраф не вписали. О, блин, такая мадам. Найс. Садитесь. Так, все сели. Какая. А, секси-секси, да? Ну что ж, осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка. Какая там у нас остановка, я уже забыл. Я так заметил, за то, что я нарушаю немножко правила дорожного движения, мне никакие штрафы не вписывают. Ну и хорошо, мне нравится, в принципе. То, что я немного нарушаю скоростной режим, а мне как-то все равно. Нам через минуту надо быть уже на улице Горького, поэтому будем опять включать режим гонщика. Так, вот здесь тоже какой-то магазинчик. Мой мир, чистота, нормально. Так, бобик. Вот полицейские там, наверное, охренели, да? Обгоняя их здесь, так. Даже никакие поворотники не включаю. Вот же беспредельщик. Что это, полиция, да? А нет, не полиция. Это центр имени чего? Тинто. Ой, блин, это что-то плохое. Лучше не буду читать. Мне что-то эта фамилия очень знакома.
Так, там прямо отлично. Красный свет. Ну, вроде, так я знаю, на красный свет не стоит ехать, будет штраф какой-то. Так. Можно рассмотреть. О, смотрите, вон там мадам, который у нас в автобусе сидит. А, смотрите, мы как будто едем по кругу, и почему эта реношка опять врезалась в эту Шкоду или что? А, это девятка. Это какое-то совпадение, наверное, что на каждом перекрестке одна и та же машина врезается. Это удивительно. Так, это наша остановка. Да, тут, кстати, подписывается какая-то остановка. Это улица Горького, нам как раз сюда и надо. Мы опоздали на 40 секунд, замечательно. Так, пассажиры, давайте быстренько садимся. А, надо же подождать, пока все... Ой, ёшка, там слишком много учитель. Ой, здрасте, Сидорович, или кто ты там? Дядя Ваня, здравствуй, садись. Ты немножко бухой сегодня? О, тебе мадмуазель... О, здравствуйте! Аккуратно там... Блин, аккуратно, сиденье не это, не помните мне. Так, осторожно, двери закрываются. Следующая остановка, гостиница. Так, все вселись. Вам удобно? Ну что ж, едем тогда. А с ручника сейчас сниму и поедем. Да-да-да. Какой-то, я не знаю, что он так рукой прикрыл. Он, наверное, боится вот этой женщины. Она явно что-то не очень довольная. А в этого все плохо, чувака. Так, что здесь у нас? Здравствуйте. Это сестра. Близнец, наверное. Так, что у нас здесь? Тут все хорошо. Найс. Такая модница. Так, ладно, мы едем? Мы едем, да. Так, рассмотрели пассажиров наших, можем ехать дальше. А вот уже, кстати, остановка. Я успеваю. Подумаешь, там немножко опаздываю. А, гостиница, вот наша остановочка. Так, пассажиры. Подождите, тут еще один дядя Ваня. Сейчас, на ходу открываем дверь. Так, все вылетаем, выходим. Выходим, здравствуй, дядя Ваня. Там место еще, думаю, найдешь. Так. Так, развалив, как ногу задрала. У тебя что, блин, костей нет? Блин, ну ты даешь. Так, двери закрываются. Снимаем с ручника. И следующая у нас остановка. Улица Крупская. Отлично, поехали. У нас здесь цветы. Отлично. У нас цветы здесь продаются, это вообще классно. Так, въездной у нас здесь реклама. Без нового. Это какой-то оператор, наверное. Можем пока закрыть. Можем вообще вот так, наверное, распахнуть дверцы свои. Так, ну за это штраф уже не дадут. Так, ладно, едем. Закрою лучше. Это уж совсем не культурно как-то ехать с открытыми дверьми. Здесь, да, здесь трафик очень ведет себя неприлично, я бы сказал. Так, что тут у нас? Мебельный магазин, отлично. Здесь мебельный магазин. Ты закрой ты, ё-моё. Я не знаю, как дверь тебе закрыть. Она, блин, до конца не хочет закрываться, как бы. Так, здесь есть? Я могу здесь объехать как-то вас? А, мы уже, кстати, приехали. Это, о, блин, как я проехал рядышком с этой машиной. Я теперь зеркало как бы не вижу. Ну, блин, здесь одна учительница только стоит. Ну ладно. Что ж, подберем тебя. Так, я уже чуть опаздываю. Это плохо. Так, заходим, не стесняемся. Выходим, не плачем. Так, мадмуазель, выходите аккуратно, там не ударьте с него, что. Видимо, очень была хорошая поездочка, да? Хорошо погуляли. Там домой дойдете нормально. Дядю Ваню с собой возьмите. Он еле ходит, бедный дядя Ваня. Остановка здесь, дом там. Да, вот туда, правильно. Не-не-не, в автобус мы тебя уже не пустим. Поехали. Наша следующая остановка — площадь Ленина, и мы должны приехать в 1:43. Хорошо, мы еще успеваем, у нас 2 минуты есть. Так, там сзади машина, но я ее не вижу из-за зеркала. Закройте дверь, пожалуйста. Двери нормально закройте, пожалуйста. Как закрыть чертову дверь теперь? О, наконец-то я закрыл эту дверь. Так, здесь можно как-то люки позакрывать, а тут же прохладно немного становится. Вот, отлично, можно люки закрыть. Здорово. Так, что там у нас? Зеленый свет. О, поехали, сейчас стою, поехали. Поехали, потому что сейчас желтый загорится, опять мне штраф пишут, а мне не надо. Так, итого, мы уже практически должны доехать, или еще нет?
Где-то здесь должен быть поворот, я его не должен пропустить, иначе игра вылетит опять. Это не должно произойти. Это будет очень печально. Давай, едем. Тихо, тормози. Ну, если что, мы ее всегда можем обрезать. Если будет очень длинное видео. А, черт! Гребаная семерка, блин, это из-за нее. Я не успел. Вот зачем сюда загорается зеленый вот этот сигнал пешехода? Здесь нет пешеходов. Кого мы пропускаем? Машины, блин, ё-моё. Какого черта мы стоим? Здесь нету никаких пешеходов. Там же, кстати, конец карты, да, нам надо все-таки туда. Включая поворотник, который мы вообще не пользовались. Как бы. За всю поездочку. Поехали! Прокатимся еще немножко на пазике. Так, подождите, мне надо пропустить машину. Ой, тихо, голова. Чья-то голова. Мне не надо эта голова, нам сюда. Вот, все, едем. Так, мы немножко опаздываем. Так, надо ускориться тогда, если мы чуть опаздываем. Так, здесь пешеходный переход. Здесь нету? Нету светофора, отлично. Так, Ленин, здорово, Ленин. Леня, мы приехали, Леня. Сейчас я привезу пассажира, подожди. Так, куда-то сюда надо. Вот сюда, заворачиваем, аккуратно только едем. Если разметок нет, поэтому могу нарушать, как мне вздумается. Могу нарушать, как захочу. Так. Все, спасибо, что воспользовались нашим транспортом. Будем видеть вас еще, рады. Выходим, не задерживаемся. Так. Так, все оплатили, все довольны остались. Заходите еще, приходите. Так, маршрут мы закончили успешно. Можем выключать... А, не, уже не надо. Так, маршрут окончен. Вы успешно набрали нужное количество денег. Отлично. Теперь можно, в принципе, и закончить на этом игру. Наш обзорчик. Мы аж записали около 40 минут. Ну, я, наверное, скорее всего, обрежу, потому что это очень длинное видео получится. Вот, вот. Так, ну что ж, нас выкинуло в меню. Ну, и на этом можно закончить наш самый честный обзор данной игры. Игра мне понравилась, я вам скажу так. Конечно, есть недочеты, есть баги. Эту игру надо улучшать, давайте так сказать, до совершенства. Ну, так как сказать, это же еще бета-версия. Игре есть куда стремиться. Ну, а я на этом, пожалуй, закончу обзор. Игра мне понравилась. Встретимся уже тогда, возможно, в других подобных игрулях. А возможно, мы еще запишем серию, покатаемся на Лиазике, вот этом желтеньком. Ну, а на этом все. С вами был Ловчуня. Спасибо за просмотр. Не забываем оставлять свое мнение. Встретимся уже в следующих игрушках. Всем до скорого. Всем аривидерчи.